Вседозволенность, возможность навязывать свое мнение, возможность судить других, не суди других, да не судим будешь, да, вот, наверное, вот это нужно как раз вот ко всем вот этим вот нюансам нужно подходить с точки зрения пословицы «семь раз отмерь», и вот это этим и чревато. Я на самом деле ни разу не сталкивался, хотя даже есть анекдот такой про хирургов. Расскажу, наверное, сейчас. Чем хирург отличается от Бога? Бог не считает себя хирургом. Но я никогда на самом деле не сталкивался вот с такой ситуацией, вот банально, вот просто вот дословно, наверное, даже, что человек ощущает себя Богом. Да, ты иногда во время операции, когда операция удалась, когда ты понимаешь, что у тебя все получилось, у тебя вот какие-то вот, и в том числе, наверное, какой-то выброс есть дополнительный эндорфинов в кровь, да, у тебя хорошее настроение. Но никогда в моей жизни лично, допустим, то, что касается меня и людей, которые меня окружают, близкие, там, друзья, знакомые, с которыми вместе в операционной работали, которые сейчас работают в операционной, никогда бы я не сказал, что этот человек там ощущал себя Богом. По крайней мере, действительно, я с этим не сталкивался ни разу. Поэтому человек, который ощущает себя Богом, с моей точки зрения, это психически больной человек. К этому так и надо относиться.